Пьяный водитель «Газели», который фатально вытолкнул мотоциклиста вместе с пассажиркой на встречную полосу МКАД, отправился на 2 месяца в СИЗО. Такое решение сегодня принял Гагаринский суд Москвы. Как лихач объяснил свой побег с места жуткой аварии и какие подробности ДТП открылись после того, как в сети появились новые записи камер видеонаблюдения? Расскажет Дмитрий Черноусов. Теперь ему уже сбегать некуда. Махмуд Махсудов прикован наручниками к конвоиру. Едва входит в зал Гагаринского районного суда Москвы, отправляется за решетку. Массовая авария на МКАД произошла накануне ранним утром. В крайней левой полосе черный байк. На нем молодая пара. Девушка-пассажирка, обнимая, держится за мотоциклиста. Это последние секунды ее жизни. «Газель» за ее рулем Махсудов резко меняет направление. Таранит отбойник, а заодно буквально выдавливает с трассы мотоцикл. Мгновение, и байк разлетается на куски. Мотоциклист и его спутница перелетают на встречную полосу. И тут же попадают под колеса иномарки. Все произошло очень быстро. Я ехал и... что-то поперек дороги вот летит просто, и я через это переезжаю. То есть догадался, что это мотоцикл был. При детальном рассмотрении записи видно, что мотоциклист в нескольких метрах от грузовика стал сигналить фарами, чтобы привлечь внимание газелиста. Но было уже поздно. Сразу после удара к пострадавшим на помощь бросились очевидцы. А водитель «Газели» Махмуд Махсудов удивленно посмотрел на произошедшее и, хлопнув дверью старенького грузовичка, дал с места ДТП по газам. В ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками госавтоинспекции водитель автомобиля «ГАЗ» был установлен и задержан. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Даже через несколько часов после аварии вероятный виновник так и не понял, что случилось. После ДТП я даже не чувствовал, этот попался авария в мою сторону. Я чуть-чуть наехал. За руль предполагаемый виновник аварии вернется, видимо, не скоро. Из зала суда Махмуд Махсудов отправился в СИЗО. Там он пробудет минимум до середины октября. Дмитрий Черноусов, Александр Поливко, Валерия Вершинина. Москва, 24.